машину, еще 100 экземпляров привезу. Серьезная борьба за книгу для детей развернулась на очередных региональных рождественских чтениях. «Сказки из кармашка» – уникальное произведение, созданное Симбирской епархией на средства гранта президента Российской Федерации. Авторы сборника стихов и 60 коротких рассказов о самом добром и светлом – непрофессиональные писатели, а обычные родители, воспитатели и даже дети из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. «Сказки о вечных ценностях» напечатаны в ульяновской типографии тиражом 2000 экземпляров. Книги отправятся в детские дома, воскресные школы Ульяновской области и регионов Поволжья, а также подарят детям из многодетных семей. Многодетная мама из Ульяновска Марина Андреева, у которой уже есть экземпляр книги, призналась, что сказки читали вслух всей семьей взахлеб. Вот данную книгу мы читаем всей семьей. Мама, папа, кто свободен, старший брат, старшая сестра. Сначала как-то с таким недоверием относились, то есть как это так? Наверное, будут только про Бога, наверное, будет что-то такое, вот делать акцент на какие-то такие непонятные нам качества. Скажу честно, все это отпало, потому что, ну, наверное, любовь, она остается любовью, независимо от того, кем издана эта книга. Региональный этап 27-х международных рождественских образовательных чтений начался в Ульяновске 16 ноября с молодежного форума. В этом году секции, ключевые дискуссионные образовательные площадки церковно-общественного форума нацелены на молодежь. Об ее ответственности и свободе говорили на одном из центральных событий чтений – пленарном заседании. Мы размышляем, как можно работать с молодежью, какие им темы предлагать для обсуждения, скажем так, какие идеалы возможно транслировать для молодежи, потому что молодежь, естественно, воспринимает все с неким скепсисом, да, но все-таки идеалы, старшее поколение должно давать эти идеалы. А работать с молодежью можно и нужно, причем хороший опыт демонстрирует сама Симбирская епархия. Митрополия ведет сразу несколько направлений, где активно привлекается молодое поколение. И это и епархиальная школа тележурналистики «Мост», всевозможные молодежные спортивные клубы при епархии, а также совместный с Союзом казаков духовно-просветительский проект для детей-сирот «Святыч». Однако я уверен, что недостаточно только что-то артикулировать с высоких трибун, недостаточно красивых призывов для того, чтобы пожинать плоды в области молодежной, да и любой другой работы. Наша задача, и моя в том числе, создать такую организационную культуру, при которой каждый молодой человек, приходящий в ТЭК, мог бы обрести себе здесь свое место. Рождественские чтения этого года продлятся в Ульяновском регионе до 21 ноября. Рената Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.